Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу рубрику «Марафон возможностей НГЛУ». Сегодня у нас с вами понедельник, 27 мая, а это значит, что у нас сегодня замечательная рубрика «Декан на связи». И с нами сегодня декан Высшей школы лингвистики, педагогики и психологии Нижегородского государственного лингвистического университета имени Николая Александровича Добролюбова Антон Юрьевич Курмелев. Антон Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте, Артём, спасибо большое за представление. И сегодня, как было обещано, мы постараемся рассказать вам о том, что мы делаем в Высшей школе лингвистики, педагогики и психологии. Антон Юрьевич, Высшая школа лингвистики, педагогики и психологии – это самая большая, наша самая первая, я бы даже сказал, да, высшая школа, наш факультет в нашем университете. А как так вышло, что ВШЛПП, сокращенно она так называется, она самая многочисленная, да, что послужило этому, и можно ли сказать, что Высшая школа лингвистики, педагогики и психологии выступает основой и фундаментом университета? Как все начиналось? Давайте вот с истории начнем. История нашей высшей школы, которой на самом деле не так-то много и лет, поскольку она появилась только еще в 2020 году, но корнями своими она уходит в то время, когда появились первые курсы иностранных языков. Это далекий 1917 год. Угу. И именно с курсов иностранных языков стал появляться лингвистический университет. Люди, оканчившие эти курсы, получали квалификацию учителя иностранного языка. Поэтому, так как мы традиционно готовим учителей иностранных языков, я называю нашу высшую школу как, ну, практически праматерь всего иньяза. В 1937 году появляется уже университет, на тот момент институт. Дальше от нас отпочковывается переводческий факультет в 1964 году, а дальше больше. Все, практически все специальности, программы которых реализует наш университет в настоящее время, они зародились в стенах факультета английского языка. Будь то, например, международные отношения. Первая группа появилась именно на факультете английского языка. Mm-hmm. Будь то реклама и связь с общественностью, будь то туризм. В какое-то время филологический факультет существовал отдельно, но потом вошел в состав факультета английского языка и теперь представляет из себя институт русского языка, отдельное подразделение, как и многие другие специальности, которые ушли от нас и создали другие учебные подразделения. Мы же в себе сочетаем сейчас классические традиционные направления подготовки, с которых все и начиналось. Мы готовим лингвистов широкого профиля, мы готовим учителей иностранных языков. И поскольку у нас в названии высшей школы есть слово «психология», естественно, мы сейчас потихоньку-полегоньку развиваем это направление в рамках одной конкретной программы, но, естественно, замахнемся дальше на более дерзкое решение, что попробуем аккредитовать, лицензировать направление подготовки по психологии как отдельному направлению, не в рамках одной программы. А, Антон Юрьевич, сразу уточнение, да, потому что этот вопрос довольно часто возникает как у родителей, так и у абитуриентов, да, по психологии. А в данном контексте этот профиль рассматривается как социальный, да, профиль, да, то есть это работа с социальной аудиторией. Не больше совсем так. Это больше педагогическая психология, которая будет в помощь учителю иностранного языка. Таким образом, ребенок, освоивший, или там, студент, освоивший данную программу, он будет одновременно способен преподавать иностранный язык, а также выступать педагогом-психологом в том же образовательном учреждении, в котором он устроится. Дальше можно пойти в магистратуру, развивать свои навыки и впоследствии осваивать программы, которые готовят профессиональных психологов, способных работать и со взрослыми, не только с детьми. Замечательно. Спасибо большое, Антон Юрьевич. Вот мы с вами начали говорить про одно из направлений подготовки, да, Высшей школы лингвистики, педагогики и психологии – это лингвистика. Лингвистика – это, как вот опять же, мы по опыту участия в выставках можем сказать, что
очень большой интерес, вызывает аудитории и большое количество вопросов, да, потому что лингвистика – это достаточно широкая сфера деятельности, да, это широкий, так скажем, термин, который, можно сказать, всеобъемлющий, да. Скажите, пожалуйста, вот те, кто обучаются у нас по программам лингвистики, да, получают квалификацию лингвиста, куда можно устроиться на работу, кем с данной квалификацией, чтобы вот поподробнее узнать именно о этом столь широком направлении? Направление подготовки действительно широкое, и оно реализуется не только в Высшей школе лингвистики, педагогики и психологии. Основной акцент, который мы делаем в рамках нашего подразделения, это подготовка высококвалифицированных учителей иностранных языков, это в первую очередь. У нас есть одна единственная программа, и она, кстати, именно в рамках направления подготовки лингвистика, которая не готовит учителей. Об этом я скажу чуть позднее. Но все остальные, которые мы реализуем, это в первую очередь подготовка учителей иностранных языков тем или иным образом. Что касается лингвистики, направления подготовки лингвистика, то необходимо сказать, что акцент в данных программах в первую очередь делается на изучении языка как системы, как некоего организма, а не только как инструмента общения. У студентов, обучающихся по данному направлению подготовки, например, в рамках нашего классического такого профиля теории и методика преподавания иностранных языков и культур, больший акцент делается на теоретические дисциплины, на, там, скажем, фонетику, грамматику, лексикологию, стилистику, вот такого рода, чтобы выпускник понимал, как язык функционирует, как более эффективно применить свои именно коммуникативные навыки в профессиональной деятельности, создавая какие-то, например, тексты, создавая или участвуя в переписке, например, с людьми. Сейчас мы подойдем к вопросу о том, где можно устраиваться. Естественно, трудоустройство основное, и мы хотим именно пополнить кадровый состав наших высококвалифицированных преподавателей, учителей иностранных языков. Это первое место, куда, естественно, главное, можно устраиваться, да, это образовательная организация. Нехватка кадров ощутима, но это могут быть не только государственные, муниципальные образовательные учреждения. Это и частные языковые курсы, и частные языковые школы. Также могут у нас, если это студенты, выпускники уровня бакалавриата, также они могут работать в колледжах, среднее профессиональное образование. Если же не по специальности, не по прямому своему, так сказать, назначению, с качественным знанием иностранного языка и с эффективным способностью эффективно его использовать, можно устроиться на самом деле в различные организации, где есть потребность в специалисте, владеющем на таком высоком уровне иностранным языком, будь то английский, немецкий, французский. Поэтому круг возможностей достаточно широкий, и поэтому мы и говорим, мы готовим лингвистов широкого профиля. Но, как показывает практика, все равно большая часть наших выпускников так или иначе посвящают себя преподавательской деятельности. Ну, я, наверное, не слукавлю, если я скажу, 80-85% приземляются на этом поле деятельности, как в той песне. «Меня засосала опасная трясина». И как ты только погружаешься в преподавательскую деятельность, из нее очень тяжело, как мне кажется, выйти. Спасибо большое, Антон Юрьевич. Действительно, да, преподавательская деятельность, она очень разноформатная, разнонаправленная, то есть в ней можно постоянно развиваться, постоянно находить что-то новое и постоянно открывать что-то, казалось бы, уже изученное, да, с довольно другой стороны. Антон Юрьевич, мы рассказали, да, о трудоустройстве, куда у нас непосредственно наши выпускники трудоустраиваются, но, наверное, стоит еще обратить внимание на такую вещь, как практики, да, то есть когда ребята еще обучаются на старших курсах, да, они уже проходят практики и могут трудоустраиваться на полставки на те же самые, да, в школы и приобщаться как раз-таки уже непосредственно к практической деятельности, еще будучи студентами. Совершенно верно. Наше законодательство разрешает студентам, начиная с третьего курса, трудоустраиваться в учебные заведения,
в образовательной организации. И у нас среди наших студентов на данном этапе есть такие люди, кто занимается профессионально преподаванием в школах. В школах разного уровня, в обыкновенных, в гимназических учреждениях, в лицее. Кроме того, у нас есть люди, которые поступают к нам по целевому договору, зная уже наперед, что впоследствии они пойдут в определенную школу, где будут заниматься педагогической деятельностью. Практика, что касается направления лингвистики, то практика у них также проходит в образовательных организациях, но в меньшем объеме, нежели по направлению подготовки педагогическое образование. Ну, здесь само название направления, оно диктует эти условия, что, возвращаясь к двум направлениям, которые мы реализуем, то в первом случае, если это лингвистика, то больший акцент делается на языковой такой составляющей, да, что такое язык, как он функционирует, и небольшой блок методики преподавания иностранных языков. А вот на педагогическом образовании все с точностью да наоборот. Огромный такой пласт педагогических дисциплин, методики преподавания иностранных языков и идет вкрапление лингвистического блока, чтобы они понимали все-таки, что такое язык, что он из себя представляет и как он функционирует. Все практики, опять же, за исключением одной программы, я думаю, что сейчас о ней надо будет, конечно же, сказать, поскольку это в рамках направления подготовки лингвистики реализуется. Все практики мы проходим в образовательных организациях. Это могут быть как школы Нижнего Новгорода и Нижегородской области, так и те образовательные организации в тех местах, откуда ребята к нам поступили. Они могут поехать по месту жительства, заключается договор, единовременный или долгосрочный договор с этой образовательной организацией, и ребята проходят там практику. Что касается вот той программы, про которую я уже несколько раз сказал, она называется «Теория и практика межкультурной коммуникации». Она выделяется из всего перечня программ, по которым мы готовим преподавателей, потому что там нет педагогической подготовки, и это специалист широкого профиля в области межкультурной коммуникации. У них два фиксированных языка. Первый – это английский, и второй – это китайский. Соответственно, пойти и работать они могут в любую организацию, которая работает с этими языками. Плюс ко всему, все мы прекрасно знаем, что Восток – дело тонкое, но они у нас знают, что такое Китай, кто такие китайцы, какие у них традиции, как с ними общаться, поэтому они достаточно востребованы. Вот, ну, то есть полное погружение в культуру идет. Да. Кроме того, поскольку у нас вектор сейчас направлен в ту сторону, у ребят достаточно много возможностей поехать непосредственно в Китай, где они могут пройти стажировку, обучение, могут взять какие-то полугодовые курсы, например. И это не возбраняется ни в коем разе. Разные пути. Как это все оформляется. Но это уже тонкость. Да, вот мы отлично как раз-таки стартовали с такой очень интересной программы, да, это межкультурная коммуникация с английским и китайским языком. Дорогие друзья, я напомню, что на всех направлениях подготовки нашего университета у нас изучается сразу несколько иностранных языков. Это у нас идет три. Да, основные языки у нас обозначены, да, в разных специальностях разные, но минимум три иностранных языка у вас будут в вашей квалификации. И также у вас есть возможность дополнительно выбирать, пожалуйста, во время обучения в университете четвертый, кто-то пятый, кто-то шестой иностранный язык выбирает. И по личному заявлению потом в конце обучения вы можете вписать языки, которые вы осваивали у нас в качестве дополнительных образовательных программ, ваш диплом. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что сейчас мы как раз-таки на этой ноте можем перейти к непосредственному описанию программ. Антон Юрьевич уже начал рассказывать про программы лингвистики, профиль межкультурной коммуникации английский плюс китайский язык. Давайте еще поговорим про лингвистику, да, какие у нас еще есть профили и с какими языками, какие языки предлагает Высшая школа лингвистики, педагогики и психологии. Тот профиль, который я уже упомянул, это теория и методика преподавания иностранных языков и культур. С прошлого года мы объявляем набор на эту программу с первым английским языком. Второй язык дается на выбор.
Все зависит от разных факторов. Угу. Да? В настоящий момент вот те, кто у нас учится на первом курсе, в следующем году будут изучать, начнут изучать немецкий одна группа и французский другая группа будет изучать. Если групп, например, больше, там мы можем рассматривать варианты угу. других иностранных языков, но, как правило, европейских. Третий язык присоединяется уже на старшем курсе, на четвертом, где даются основы, базовый. Я бы назвал даже так, экзотического языка. Угу. Мало употребимых, да, но все равно, например, используемых. И пользуются популярностью, как и... как это? Языки Восточной Европы, да. И те, которые на... Это и венгерский, да, в том числе у нас вот как раз идет. Да, ввиду да, строительства именно он. АЭС, да. Да, именно он. И языки восточные, mm-hmm. восточного направления. Вот. И обязательно нужно выделить ту программу, которой, как кажется, отличается наша высшая школа лингвистики, педагогики и психологии, и вообще ВУЗ наш выделяется на общем фоне. Это программа бакалавриата, которая реализуется полностью на английском языке. На английском она называется English for Cross-Cultural Communication. Ну, по-русски мы ее называем просто английский язык для межкультурной коммуникации. Программа новаторская, очень интересная, поскольку с первого же дня начинается погружение студентов в практически аутентичную англоязычную mm-hmm. среду. Все общение на занятиях, даже за пределами занятий, на переменах, с преподавателем происходит именно на этом языке. Осваивают они дисциплины не только практику языка на английском mm-hmm. языке, но и, например, я лично веду в рамках этой программы курс всемирной литературы, и в следующем году буду вести курс англоязычной литературы для студентов четвертого курса. То есть у нас в следующем году будет первый выпуск. Mm-hmm. Сейчас у нас эта программа находится на третьем курсе. Mm-hmm. Высококвалифицированные преподаватели, вручную отобранные для того, чтобы реализовывать эту программу, потому что это действительно титанический труд, это серьезная подготовка, и мы надеемся на то, что выпускники уже выйдут с достаточно высоким уровнем и будут чувствовать себя как рыба в воде в англоязычной среде, понимая тонкости языка. Действительно, тут идет полное погружение в язык, в культуру, в разговорный, самое главное, наверное, да, составляющую языка, что как раз-таки формирует необходимые компетенции, которые позволяют уверенно себя чувствовать в языковой среде в дальнейшем, да? Язык, он неотделим от культуры. Невозможно изучать, как функционирует то или иное слово или то или иное грамматическое явление, не инкорпорируя его в какой-то культурный контекст. Поэтому мы и заявляем о том, что мы преподаем язык через культуру. Угу. Антон Юрьевич, мы с вами познакомились только что с программами, да, дорогие друзья, лингвистики, профиля лингвистика, да, которые предлагает Высшая школа лингвистики, педагогики и психологии. И сейчас, я думаю, стоит акцентировать внимание на программах, которые предлагает ваше ЛПП на программах педагогического образования. Да? То есть у нас есть как программы, так скажем, так назовем, стандартное педагогическое образование, это бакалавриат 4 года. И есть особые, я бы сказал, программы, которыми отличается Высшая школа лингвистики, педагогики и психологии. Это педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Я думаю, нам стоит акцентировать внимание на этом, потому что как раз у наших слушателей, я думаю, здесь возникает большое количество вопросов. Что подразумевают под собой эти два профиля? Прошу прощения. Я начну, конечно же, с однопрофильной программы, потому что здесь необходимо сделать акцент на том периоде обучения, который затрачивается на каждую из этих программ. Если мы говорим о направлении подготовки педагогическое образование с одним профилем, то это 4 года обучения. Это стандартный бакалавриат, когда по окончании 4 лет студент получает диплом бакалавра и может преподавать иностранный язык в общеобразовательных учреждениях, в колледжах и так далее.
направление подготовки педагогическое образование с двумя профилями – это тоже бакалавриат. Поэтому прошу вас запомнить и не путать, несмотря на то, что обучение длится 5 лет, это не специалитет. Это удлиненная программа за счет того, что по окончании студент получает сразу две специальности. Он способен работать в двух ипостасях, в двух сферах. И я перечислю их, и из названия, я думаю, сразу станет понятно, кем, кого мы готовим в рамках этих программ. Первая программа – это английский язык и русский язык как иностранный. Вот такое сочетание, одновременно преподавать английский язык как иностранный с возможностью преподавать русский иностранцам для того, чтобы они спокойно общались в нашей культурной среде. Одна из самых востребованных. Очень популярна, да. Популярная программа, люди заинтересованы в этом. Впоследствии можно получить магистерское образование и остаться в университете, например, работать, где возможность сочетать эти два профиля будет достаточно велика. Mm-hmm. Дальше у нас есть английский язык и итальянский язык. Мы готовим одновременно и специалиста в области преподавания английского языка и специалиста в области преподавания итальянского языка. Получается, что один язык из германской группы, другой язык из романской группы, и человек способен сочетать практически такие две разносистемные языковые структуры, чтобы их преподавать и говорить на них. Потому что у нас сейчас идут государственные экзамены, и недавно и сегодня тоже сдавали государственный экзамен по английскому и итальянскому в одно время, в одном месте. Вот я у студентов спросил, мол, как вам переключаться с одной системы в другую? За 5 лет подготовки и научились. Такой качественной подготовки мы спокойно сможем жонглировать этими двумя языками, находясь в разнонациональной аудитории. Ну, это не может не заслуживать похвалы, безусловно. Дальше у нас идет английский язык и психология, то, о чем я уже говорил, педагогическая психология, педагог-психолог, человек, который будет знать, как выстроить общение с детьми, как выстроить учебный процесс, чтобы создать ситуации и успеха, и безопасную образовательную среду, психологически безопасную образовательную среду в школах, гимназиях, лицеях, колледжах. Программа, которая называется «Французский язык и русский язык». Здесь первым языком является французский, так как у нас есть образовательные организации, которые сохраняют вот эту традицию вековую, где французский язык является ведущим языком обучения, где преподают французский язык как основной. И русский язык. Поскольку я уже сказал про английский и русский язык как иностранный, здесь нужно оговориться. Здесь не сказано, что русский язык как иностранный. Здесь русский язык и как иностранный, и как родной. Получается, что человек, получивший степень бакалавра по этой программе, он может преподавать и французский язык, и русский язык. В школе, да, также? В школе. Ага. Как родной, то есть нашим русскоговорящим ученикам. И у них есть блок «Русский язык как иностранный». И иностранцев может обучать. И еще одна программа с двумя профилями, которую мы открываем в этом году, это немецкий язык, первый, подготовка учителей немецкого языка. И далее подключается английский язык, с которым, как правило, студенты приходят в ВУЗ, они сдают ЕГЭ в большинстве случаев по английскому языку, и мы будем готовить учителя немецкого языка и учителя английского языка в течение 5 лет. Действительно, Антон Юрьевич, большой спектр специальностей и направлений подготовки, которые студенты могут освоить и стать действительно востребованным специалистом практически в любой сфере, потому что со знанием
трех и более иностранных языков, вы действительно открываете себе массу возможностей, да, возможностей в жизни, так скажем, да. И я думаю, продолжая тему образования, хотелось бы акцентировать внимание на тех программах, которые можно осваивать уже после окончания бакалавриата, да, это программы, которые уже больше погружают в какую-то конкретную специальность, какую-то конкретно профессию. Это программы магистратуры для тех, кто продолжает обучение. И, кстати говоря, для того, чтобы, если я неправильно говорю, поправьте меня, стать педагогом в университете, необходимо закончить программу магистратуры, да, насколько я знаю? Совершенно верно. Поэтому я ни в коем разе не могу согласиться с утверждением, что бакалаврские программы не погружают в профессию. Они погружают в профессию, только дают определенные ограниченные возможности. Если человек нацелен на научную, например, деятельность или посвятить себя преподаванию в высшем учебном заведении, да, здесь нужна магистратура. И такая преемственность у нас существует. Мы реализуем 5 программ по 2 направлениям подготовки. А эти направления подготовки уже вам известны. Это лингвистика и педагогическое образование. Среди этих программ есть 2 англоязычные, которые полностью реализуются на английском языке. Одна в лингвистике, и это лингвистическое сопровождение экспортной деятельности. И в педагогике, это развитие образования и межкультурная коммуникация. Более глубокое изучение методики преподавания, если мы говорим про педагогическое образование, большее количество занятий, посвященных какой-то вот разбору профессиональных ситуаций, с которыми может сталкиваться человек во время работы в различных типах учебных заведений. Если мы говорим о бакалавриате, то, как правило, вот мы ограничиваемся школой. А здесь уже рассматривается и вузовская специфика. И колледжу мы можем уделять внимание, да, поскольку на уровне бакалавриата в меньшей степени это исследуется, разбирается. Что касается лингвистики, то это еще большее погружение в язык. Угу. Какие-то дисциплины, которые уже, как правильно было сказано, более профессионально ориентированные, значимые и необходимые для дальнейшей научно-исследовательской деятельности, они преподаются именно в магистратуре. Дорогие друзья, я бы здесь еще хотел обратить внимание на вот такую лестницу, так скажем, профессиональную, карьерную, которую вы можете выстроить в университете. Да? Вы знаете, что на базе нашего университета также функционирует колледж, на базе которого ведется подготовка также специалистов, начиная с 9 класса, да, по как раз-таки линии педагогического образования. Да, и, соответственно, после окончания колледжа вы можете поступить на программу бакалавриата в нашем университете и в дальнейшем уже как раз-таки сразу, получив квалификацию бакалавра, поступить в магистратуру. Можно поступить на очную форму, очно-заочную, заочную форму, в зависимости от направления подготовки, и уже выстроить максимально, да, четко свою профессиональную траекторию, свой профессиональный трек. Дорогие друзья, на следующем слайде вы видите у нас на экране сейчас контактную информацию. По этим контактным данным вы можете связаться с деканатом Высшей школы лингвистики, педагогики и психологии. Если у вас есть какие-то вопросы по образовательным программам, либо по мероприятиям, я думаю, на них мы сейчас тоже еще акцентируем внимание, да, которые ВШЛПП проводит специально для обучающихся школ, я бы даже сказал, практически любого возраста, начиная со средней, да, школы. Даже с младшей. У нас есть проект, который мы реализуем для учеников даже первого, второго и вплоть до 11. Это предуниверсарии как раз, именно, да? Который... Именно. Речь идет о предуниверсарии, проект, который себя зарекомендовал, который начинает работу с октября месяца по апрель. Проходят занятия в дистанционном формате по воскресеньям с нашими студентами старших курсов, которые таким образом проходят практику, но они находятся постоянно под наблюдением наших преподавателей, которые им оказывают методическую поддержку.
Учащиеся с 1 по 11 класс должны зарегистрироваться, подать заявку. И я, наверное, без какого-либо хвастовства, но скажу про опыт прошлого года, что регистрация, количество мест, как любят говорить, ограничено, да. И регистрация на участие в предуниверсарии в этом, уже уходящем учебном году, была закрыта в течение 15 минут. Как только вот открыли ее, люди уже знают, приходят те, кто был годом ранее, и вот так поступательно они идут к своей заветной цели, дойдут до 11 класса, они защищают проекты по окончанию обучения в предуниверсарии, и за результаты, которые они получают во время защиты, они имеют возможность получить дополнительные баллы при поступлении. Что максимальное главное, количество баллов – это 10. То есть, если идеально сделан проект, продуманный, такой качественный, то 10 баллов. Помимо этого проекта у нас есть мероприятия профориентационного характера, которые уже являются как традиционными, так и какие-то новые элементы мы внедряем. Преподаватели и студенты участвуют в регулярных днях открытых дверей как общеуниверситетских, так и нашего учебного подразделения. У нас есть осенняя и весенняя школа абитуриента, когда у ребят есть возможность приехать сюда в университет и прожить один день из жизни студента. Пообщаться с нашими преподавателями. Были моменты, когда мы их даже водили на реальные занятия, распределяли их по 3-4 человека и подсаживали в конкретные учебные группы первого курса, где они исполняли роль студента, первокурсника. Такое погружение сразу, да, идет. Да, чтобы они видели, как на самом деле идет процесс обучения. Все равно разница между тем, что происходит в школе, и как идет обучение языку в вузе, имеется. Поэтому им нужно почувствовать этот запах пороха на самом деле. Далее у нас есть и выездные мероприятия. На район, на какой-то областной город, например. Вот в прошлом году мы были в Кстово, в Дзержинске, в Балахне, но это не предел тех расстояний, которые мы можем осилить. География будет расширяться, и она уже расширяется. У нас был марш-бросок и в Кострому, и в город Ядрин. Там, где есть интерес, откуда к нам приходят, приезжают абитуриенты и поступают в нашу высшую школу лингвистики, педагогики и психологии. Мы географию будем расширять. И мероприятия совершенно разного формата. В этом году, например, я лично запустил этот проект, интеллектуальный марафон, и проехал в качестве ведущего профориентационного страноведческого квиза по некоторым городам и райончикам нашей области, где у учеников была возможность с одной стороны, проверить свои знания, с другой стороны, понять, насколько значим культурный аспект при изучении языка. Ну, а из недавнего тот же самый квиз, буквально 2 недели назад, я проводил в Минском лингвистическом университете для студентов. Здорово. На самом деле, география работы нашего университета, Высшей школы лингвистики, педагогики и психологии, действительно большая, и с каждым годом она только расширяется. А, Антон Юрьевич, вот буквально давайте в двух словах еще опишем самый главный вопрос, который всегда волнует всех, да, это сложно ли поступить на бюджет и стать студентом Высшей школы лингвистики, педагогики и психологии. И да, здесь, дорогие друзья, я акцентирую внимание на том, что в Высшей школе лингвистики, педагогики и психологии больше всего бюджетных мест сейчас как раз-таки по цифрам приема, вы можете ознакомиться с ними на сайте нашего университета. Действительно, на этой высшей школе у нас самое большое количество бюджетных мест. Да, и какие предметы ЕГЭ нужно сдавать, чтобы стать студентом ВШЛПП?
Действительно большое количество бюджетных мест. В основном все эти бюджетные места выделены на направление подготовки педагогическое uh-huh. образование с целью реализации нацпроекта образования. Что касается вступительных экзаменов. Система в этом году следующая. Надо сначала разграничить, какого рода могут быть экзамены. Я их называю для себя так. Один обязательный для всех, а это русский язык будет. Угу. Другой будет, грубо говоря, обязательный по специальности. Угу. А вот третий уже опциональный, который можно выбрать из трех. И вот этот выбор позволяет сделать такой набор ЕГЭ, создать такой набор ЕГЭ, что студент может поступать как на лингвистику, так и на педагогическое образование. Угу. Если раньше система выглядела таким образом, что на лингвистику нужно было сдавать русский язык, иностранный язык и литературу, а на педагогическое образование нужно было сдавать русский язык, иностранный язык и обществознание, то теперь вот тот выбор, который абитуриент может сделать в рамках третьего экзамена, он позволяет подать документы и туда, и туда. Угу. Теперь на лингвистику нужно сдавать русский как всеобщий обязательный, угу. иностранный язык как обязательный, грубо говоря, профильный. И на выбор ребенок может выбрать либо историю, либо литературу, либо обществознание. Переходим к педагогическому образованию. И вот здесь парадокс, угу. что в лингвистический университет можно поступить, не сдавая ЕГЭ по иностранному языку. Да вы что? Общим обязательным является русский язык, а обязательным по специальности является обществознание. Угу. И три на выбор. Это иностранный язык, литература и история. Отличная возможность. Получается, что выбрав, например, или сдавая русский, иностранный и обществознание, mm-hmm. мы попадаем и на педагогическое образование, можем попасть, подать документ, и на направление подготовки лингвистик. И действительно такой выбор, да, позволяет собрать максимально удачную, я бы сказал, да, комбинацию по ЕГЭ. То есть вы можете выбрать те предметы, которые вы сдали лучше всего, и в зависимости от этого подать их на ту или иную квалификацию, либо на обе сразу. Да, но я сомневаюсь, что большое количество наших выпускников выберут больше трех предметов по ЕГЭ. Это же тоже такой труд. Да, это труд большой. Антон Юрьевич, буквально пару слов. Давайте вот в завершении скажем. Сейчас у нас с вами наступает период ЕГЭ, но про ЕГЭ вот у нас как раз будет заключительная фраза. Да? Вот перед этим давайте вот представим, что перед нами сейчас сидит студент высшей школы лингвистики, педагогики и психологии, профессионал своего дела. А как вы его охарактеризуете? Каков он? Как он должен выглядеть? И какими качествами он будет обладать по окончании университета? Такой портрет некий нарисуем. Во-первых, это человек, который может выстроить эффективную коммуникацию. Как со взрослым человеком, так и с ребенком. Поскольку педагогика учит общению, адекватному общению, продуктивному общению, так и умение объяснить. Вот я как говорю, часто бывают предрассудки у людей, угу. что, мол, вот, на учителя непрестижно. Да почему же непрестижно? Еще одна такая шутка, это одна из древнейших профессий на Земле, которая никогда не умрет, как мне кажется. Нужны будут люди в любой ситуации, которые сумеют азы какие-то заложить в человека, mm-hmm. научить его чему-то делать. Вот как раз методика преподавания того или иного предмета, в нашем случае это иностранного языка, позволяет людям учиться объяснять доходчиво то, чего они хотят добиться. Mm-hmm. От другого человека, я имею в виду. Каким образом человек должен будет выстроить свою работу, чтобы достичь определенного результата. Вот это первое. Это mm-hmm. коммуникация, естественно. Все
или большинство, давайте не будем так вот огульно всех охватывать, да? Большинство – это неправильное количество суждения получится. Большинство, большая часть студентов высшей школы лингвистики, педагогики и психологии являются креативными, творческими людьми. Угу. Без этого учителем невозможно быть. Ты должен создавать определенный мир в рамках классной комнаты на занятиях. Ты должен понимать, насколько, особенно в языке, полет фантазии важен. Угу. Потому что приходит на экзамен ученик, и что бывает? Я даже не знаю, что сказать по-русски на это. Не знаю, как я ответить. А когда ты изучаешь язык, и ты проверяешь свои способности говорить, ты можешь говорить все что угодно. Если это, конечно, не касается какого-то специализированного предмета, где ты должен выдать конкретную информацию. Угу. А вот на общебытовые какие-то темы поговорить, всегда можно подключить и свою фантазию, и выстроить вот этот рассказ, доказав, что ты умеешь общаться на иностранном языке. Поэтому наши студенты достаточно творческие, смекалистые. Каким еще видится мне студент высшей школы лингвистики, педагогики и психологии? Стрессоустойчивым – это самое главное качество педагогики. Это все должны быть стрессоустойчивыми в нашем непостоянном мире, в этом мире неопределенности. Ну да, стрессоустойчивость, согласен, конечно. И определенный повышенный уровень ответственности. Угу. Поскольку мы отвечаем, мы их учим отвечать не только за результат их деятельности, но и за результат деятельности тех, кого им доверяют. Что они будут нести ответственность за тех людей, с которыми они будут работать. Угу. И мы стараемся все-таки донести до них вот эту идею. Поэтому у нас достаточно большое количество проектной деятельности на наших занятиях, не только на занятиях по практике языка, но и на других предметах, где работа в команде, командная работа, является ключевым способом, можно так сказать, формирования той ответственности, которая возлагается на каждого члена команды. Спасибо большое, Антон Юрьевич. Ну что ж, дорогие друзья, Антон Юрьевич, давайте в завершение, близится, уже наступил, я бы даже сказал, период, самый ответственный и самый сложный период в жизни наших будущих абитуриентов, наших будущих студентов, выпускников школ, да, это период ЕГЭ. Что мы им пожелаем в преддверии такого непростого периода, да, от нашей высшей школы лингвистики, педагогики и психологии? Период действительно будет нелегким, ребята. Период будет и стрессовым, и тяжелым, но главное не терять веру в себя. Вы единственный человек, кто может заставить вас же поверить в себя. Вы должны прийти на экзамены и по максимуму выложиться на любом предмете, какой бы вы ни выбрали. Родители, естественно, будут вас поддерживать. Родители, дорогие, я вам желаю терпения в этот период, так как, наверное, стрессовать больше будете вы, нежели ваши дети. И всячески подбадривать своих чад. Помните, что каждый из них уникален, каждый из них талантлив, каждый из них способен на многое, и это многое он сделает еще в своей жизни. Сейчас же главное помочь ребенку сделать правильный выбор. Те метания, которые у вас будут во время приемной комиссии, когда вы будете уже подадите документы, вам нужно будет принимать решение в пользу какого-то конкретного направления подготовки, какого-то профиля. Не думайте, что вы сделаете неправильное решение. Верьте в то, что ваш выбор верный, что это то, к чему вы стремитесь. Порой аппетит приходит во время еды. Поэтому вам успехов, вам спокойствия и уравновешенности во время экзаменационного периода. И до встречи в стенах Высшей школы лингвистики, педагогики и психологии. Или, как мы говорим, Высшей ЛПП. Ваш шанс, любимую, получить профессию.
Ну что ж, Антон Юрьевич, спасибо вам большое еще раз за столь детальный рассказ про самую большую, самую многочисленную высшую школу Нижегородского государственного лингвистического университета имени Николая Александровича Добролюбова, высшая школа лингвистики, педагогики и психологии. Дорогие друзья, на этом наша рубрика «Декан на связи» подходит к концу. Еще раз благодарим Антона Юрьевича, а уже в среду мы с вами встретимся в рубрике «Глазами студента», где лучшие студенты ВШЛПП расскажут о своей учебной, научной и общественной деятельности и общественной жизни. Дорогие друзья, мы с вами не прощаемся. До скорых встреч. Поступайте в НГЛУ.